Всем привет! Решила показать вам прямо на солнышке одно ароматное растение. Я ее купила в этом году. Это лаванда. Лаванда зубчатая. Посмотрите, здесь даже есть латинское название. Лаванда дентата. У нее такие вот зубчатые края листочков. Я бы сказала, что по цвету она такая серовато-зеленая. Имеет такой специфичный, конечно, аромат на любителя. Но мне нравится. Здесь получается у меня в стаканчике 4 череночка сразу. Она такая вот будет пушистенькая. Кстати, лаванду используют и в парфюмерии, и в кулинарии. Но опять же говорю, что аромат на любителя. Также заваривают травяные чаи. И соцветия обладают антисептическим и даже успокоительным действием. Так, как раз солнышко спряталось, и можно посмотреть при таком освещении. И хочу еще вам предложить, пойдемте сейчас пробовать ягодки у астромиртуса. Хотя по секрету вам скажу, я уже пробовала одну ягодку, смотрю, там еще поспели, пойдемте пробовать. По пути к астромиртусу хочу показать вам сизигиум, один вот такой варигатный. Мраморный его еще называют. Я его вынесла на балкон. Наверное, уже недельки две он у меня здесь живет на солнышке. Листья такие у него красивые. Я вам как-то его показывала и рассказывала об этом растении. Кому интересно, посмотрите видео про это растение. Такие у него листочки красивые, прям мраморные. Такой большой уже, надо его обрезать скоро. Уже с меня ростом скоро будет. Жалко все его не обрезать, но надо. Видите, какой. Листья уже такие большие тоже. Новые листочки, кстати, у него очень красивые. Они такие бордовые, прям бордовые. Ну, потом становятся постепенно вот такие вот. Потом... такие вот зеленые, такие вот мраморные, красиво на солнышке. Ну и пойдемте к астромиртусу, пока светит солнышко, пока светло, видите, уже ягодки какие у него, они мягонькие, сейчас мы попробуем. Вот здесь, одну я пробовала ягодку, я вам уже говорила. Вот, смотрите, какие. Давайте сейчас попробуем с вами. Ягодки у астромиртуса такие белые и покрыты маленькими черно-синими пятнышками, которые придают плодам такой лиловый цвет. А ягодки мне напоминают какие-то даже конфетки по внешнему виду. Плоды, конечно, съедобны, но с учетом того, что это первые плоды, первые ягодки, они имеют такой немного сладковатый вкус. И имеется все-таки небольшая смоленистая нотка. Кожурка, я бы сказала, имеет такое послевкусие с горчинкой. Семена у него мелкие. И, конечно, ягоды по вкусу не сравнить с ягодами мирта обыкновенного. Я всех благодарю за ваше внимание, за вашу поддержку в форме лайков и комментариев. Всем пока-пока, до следующего видео.